Для вас поет Ирина Фингерман. Мы все с детства знаем историю о легендарном летчике Алексее Петровиче Моресьеве, которую описал Борис Полевой в своей книге «Повесть о настоящем человеке». Но мало кто знает, что Ольга Михайловна Вихрова, женщина, которая ухаживала за летчиком в деревне Плав, которая стала прототипом героини Вари в повести, она работала долгое время в Благое. Она была нянечкой в яслях номер 5. И мы ее воспитанники, ее помним, вспоминаем себя с теплотой. Она была прекрасным, добрым человеком. Зеленая рощица. Зеленая роща. Молодой соловей.